Иванова, мастер спорта международного класса по тхэквондо, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, трехкратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка России, победитель Кубка мира. В настоящее время Наталья Иванова занимает пост заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска. На видеосъемку сюжета не более получаса, после заседания, совещания и другая административная работа. Каждый день Натальи Ивановой расписан поминутно. Но даже в таком плотном графике всегда старается найти время для прогулки на свежем воздухе и занятия йогой. Поэтому Наталья всегда в отличной физической форме. Целеустремленная, с твердым характером, она всегда достигает поставленной цели. И в то же время в ней сочетается романтичная натура. Признается, любимое время года – осень. Я, собственно, родилась осенью, как пела наша певица Эдита Пьеха, да, мы дети лета, мы дети зимы, вот я дитя осени, и поэтому как только время движется, даже летом еще уже ближе к осени, у меня как-то создается такое очень романтическое настроение. И так вот по жизни получается, что все какие-то такие события главные в моей жизни, они происходят осенью. Ну, так бывает. Ну, та же самая Олимпиада, можно сказать, вот она тоже произошла 30 сентября 2000 года. Это был день, ну, скажем, завоевания медали моей, поэтому, ну, так сложилось в жизни, что это особенно такая осень золотая, это, конечно, для меня очень благодатное время. Ее малая родина Усолье-Сибирская. После окончания школы Наталья переехала в Иркутск, где живет до сих пор. Говорит, за много лет он стал любимым и родным городом. Были предложения уехать работать в Москву за границу. Наталья всегда выбирала Иркутск и ни разу об этом не пожалела. Поэтому участие в эстафете Олимпийского огня для нее почетно и как для спортсменки, и как для жителя Иркутска. Эстафета Олимпийского огня, я думаю, для всей страны, и в том числе, конечно, для Иркутска, это грандиозное событие. И, конечно, хочется, чтобы каждый житель города Иркутска через себя это как-то пропустил, потому что на самом деле это же не просто факел, да, с огнем, это очень сильная энергетика, которая, во-первых, она зажигается вот в Древней Греции, а потом, когда очень многие люди с позитивом это друг другу передают, энергия, она скапливается, и если мы все приложим к этому усилия, да, тогда у нас не будет войн, у нас действительно не будет терактов, тогда мы все будем добрее, и поэтому хочется, чтобы вот наш Иркутск от этого только выиграл, чтобы не было равнодушных, и я, конечно, очень рада, что и мне доведется тоже быть факелоносцем. Анна Пологрудова, Александр Дудин, Камертон, социальная сеть.